Ну где ты? Вот и он. Тише, тише. Есть. Вот ужас. И как ты еще жив? Что тут было? Волшебно. Так, спокойно. Здесь совсем не страшно. О! Кто там? Выходи! Тише. Мы на пару слов. Дернешься, получишь стрелу промеж глаз. И твой приятель тоже. Что вам надо? Я Дэвид. Это мой друг Джеймс. Мы из большой группы. Женщины, дети. Мы умираем с голода. И у меня много народу. И все голодные. Тогда, может... Мы что-нибудь предложим за это мясо. Оружие, ткань, пули. Лекарства. Есть антибиотики? Есть. В лагере. Пойдем вместе с нами. Никуда я с вами не пойду. Твой дружок сбегает. Принесет, что мне надо, и олень ваш. Приведет друзей... Пустишь стрелу промеж глаз. Именно. Два пузырька пенициллина и шприц. Побыстрее. Бегом. Давай мне ружье. Конечно. Назад.
Он не скоро вернется. Ты не против укрыться от ветра? Возьмем с собой. Ну вот. Все-таки зря ты ходишь совсем одна. Одной мне лучше. Ясно. Как звать-то? А что? Слушай, я понимаю, что трудно верить незнакомцам. Лекарство ведь нужно для кого-то родного. Все будет хорошо. Увидим. Пистолет? Прости. Так, отдай, пожалуйста, ружье. Нет, пистолета хватит. Стрелять умеешь? Да уж, приходилось. Главное, не дать им влезть сюда. Не сожрали бы оленя. Следи за окнами. Ладно. И наверняка. Мне не впервой. Молодчина! Один внутри! Держи! А ведь правда? Стреляешь ты получше меня! Помоги мне! Давай, давай! О, черт! Для винтовки. К черту, уходим отсюда. Я перекрою им путь. Стереги вход. Очень кстати. Со мной, сюда. Ладно. Да мы идем. Ни разу тут не было. Блеск. Никого. Со мной. Иду я. Как настроение? За меня не волнуйся. Так, смотри под ноги. Не отставай. Детка, ты цела? Нормально. Щелкуны.
Уходи! Ты где? Бежим! Дверь вон там! Выход так близко. Надо наверх. Ага. Нам бы ту лестницу. Вон! Давай, подсади! Готово? Угу. Держи. Бегом! Не наткнись на зараженных! Да знаю! Поняли. Что еще за выражение? Ладно, старик. Ого. Похоже, мы не первые с ними столкнулись. Боже мой. Я искал этих ребят. Ну ладно. Бери их снарягу. Я поищу выход. Все, что может пригодиться. Что-нибудь видишь? Не понимаю, кто это строит. И что нам делать? Ну что, отбиваться? Есть другие варианты. Сдохнуть. Ясно. Thank you.
Они на крыше! Я знаю! Что-то не похоже. Ты, главное, не отвлекайся. Еще идут! Да сколько тут этих тварей? Без понятия. Стреляй! Знаешь что? Что? Кажется, мы отбились. Их больше нет? Ты, кажется, разочарована. Скорее, не могу поверить. Проверю мост. Слушай. Всех перебили? Всех перебили. Я же говорил. Ладно. Пойдем обратно. Может, олень еще цел. Надо сказать, ты неплохо стреляешь. Фу. Мы с тобой хорошо сработались. Нам повезло. Повезло? Нет, нет. Я не верю в удачу. Я считаю, никаких случайностей не бывает. Ну-ну. Правда? Я тебе докажу. Так вот, эта зима выдалась очень суровой. Не так давно я отправил своих людей в ближний город искать еду. Вернулись немногие. Они сказали, что там на них напал один психопат. И представь себе, с этим психопатом была девочка. Видишь, случайностей не бывает. Успокойся. Ты ни при чем. Ты ребенок. Джеймс, убери пушку. Ну нет, Дэвид. Нет, черта с два. Убери пушку. Дай ей лекарство. Остальные не одобрят. Это уже моя забота.
отойди, козел! Ты не выживешь одна. Я хочу помочь. Обойдусь. Валим отсюда. Пошла. Идем.